В настоящий момент мы видим, что начинается одна из масштабных строек в городе Череповца. Это новый мост в створе улицы Архангельской. Как уже было сказано, стоимость работ первого этапа, мы делаем пока только подход со стороны проспекта Победы к мосту. Стоимость этих работ составляет около 500 000 000 рублей. В этом году изначально у нас были запланированы работы на сумму 5 миллионов рублей. Эта сумма небольшая. В рамках ее предполагалось, значит, сделать переустройство сетей. Но благодаря федеральному трансферту в размере 100 миллионов рублей, который поступил в этом году, мы наращиваем в этом году объем работ. И поэтому все переустройство сетей будет выполнено уже в 2018 году. В следующем году основная подрядная организация «ЗАУВАД», она уже приступит к выполнению асфальтовых работ. Генеральный подрядчик, компания ВАД, приступила к началу работ по выносу сетей. Вот мы сейчас как раз присутствуем, по сути, на начале стройки. То есть они закладывают футляры под ливневку. Первые футляры вообще в этом году, 53 пересечения улицы Архангельской будет выполнено до зимы. В рамках вот этого контракта будут выполнены вот эти работы. Неизбежно это связано будет с перекрытием дорог. Сейчас движение будет перекрыто 16 июля до 16 сентября. Два месяца. Вот эта часть. От Суворова до Командарма Белова, от Командарма Белова до проспекта Победы. Но сейчас мы ее открыли, я хочу говорить, для того, чтобы не было людей лишнего слова. Понятно, поскольку вы пока не занимаетесь земляными работами. Да, поэтому здесь пока открыли. Но это временно. Понятно. Перекроем. Постановление есть на полностью закрытие вот это. Понятно. Потом с 16 сентября и до 16 ноября будет закрыт вот тот кусок. От проспекта Победы до Суворова. До Суворова. А этот будет открыт. Уже будет отремонтирован. Этот открыт. 16 сентября. Да. Вот в таком же виде, в асфальте все будет. То есть это все оставляем. Понятно. И в зиму мы уходим, у нас вся улица Архангельская будет в асфальте. Ну, во время. Понятно. Во время, да, в асфальте. Понятно. Во время асфальте. Во время асфальте. Году уже делаем три полосы. Да. Значит, нормально асфальт пойдем, выравнивание. А в следующем году мы перекрываем все сразу. Всю Архангельскую полностью и заходим большим ВАДом сюда. Да, максимально быстрые сроки сделаем и очень все. Вот планы у нас такие. Получается, с декабря можно будет уже здесь везде ездить. Да, с декабря уже точно все будет. Движение открыто везде. Мы следующего периода работы. Да, мы ни на минуту не задержим, как только мы закончим, даже если это будет раньше, чем 16 сентября. Задача подрядчикам всем поставлена о том, чтобы максимально быстро перейти дороги. Идет объемы по перекладке инженерных сетей. Непосредственно, где мы находимся, это устройство ливневой канализации. Вот, на данный момент у меня задействовано здесь 15 человек. То есть причин и проблем к работе нет. В принципе, город помогает. Ну, все, работаем, постараемся все сделать в срок. Сейчас вот здесь самый сложный участок, самый низкий участок пересечки хозбытовая канализация с ливневой канализацией. То есть как они и действующая, и как вновь проектированная. То есть я начал с самого сложного пирога, чтобы выйти дальше, ну, лучше идти, в лучшем темпе. В следующем году уже дорога в четырехполосном исполнении, Архангельская с разделительным газоном, будет реконструирована в дорогу в шестиполосном исполнении, то есть три полосы в одном направлении, три полосы в другом, также с разделительным газоном. Эти работы уже намечены на следующий год.